Тем временем Министерство транспорта провело совещание по вопросу об устройстве и организации паромных переправ. Представители муниципальных районов, судоходных компаний рассказали о готовности предприятий к навигации по маршрутам Якутск-Нижний Бестях, Кангаласы-Сотинцы, Максагалох-Качикацы, Мегина-Алдан-Кискил. Экипажи укомплектованы, суда отремонтированы, идет подготовка причалов. Открытие переправ ожидается к 23 мая. Ежегодно у нас работает 4 единицы, и так и планируем будут работать 4 единицы. Ну, по тем задачам, которые мы ставим перед собой, нам их достаточно пока. Прошедшую навигацию, при необходимости выходил у нас дополнительный паром. Ну, если в этом году потребуется, будем решать этот вопрос. Тариф по сравнению с 2016 годом компания увеличила на индекс дефлятор примерно на 4%.